Ольга Николаевна, это что ж такое получается? В вашей школе ударили моего сына. Или вы забываете, кто я такой? Антон Викторович, мне перед вами, как перед мэром, крайне неудобно. Но мы разберемся. Разберитесь. Какая сменка? Мне 42 года. Чего вызывали? Здравствуйте, Павел Сергеевич. Здрасте. Ваш сын ударил сына мэра. Ого! Да. Надо ему купить что-нибудь. Когда они подрались? На первом уроке. Он еще и не проспал. Вдвойне молодец. То есть... Вы понимаете вообще, что произошло? Ваш оболтус сыну мэра фонарь под глазом поставил. Ну, хотя бы мой сын занимается освещением в городе. Вы понимаете, что ваш сын бандитом растет? О, глядишь, мэром станет. Ольга Николаевна, если мы эту ситуацию не решим, у вас будут большие проблемы. Я это вам обещаю. Я тебя умоляю, когда это мэр свои обещания сдерживал? Так. Антон Викторович, да не слушайте вы его. Как? У вас в школе дверей нет, а вы к нему Антон Викторович. А как надо? Сволочь! Что? Знаете, я не удивлена, вы понимаете? Ваш ребенок ругается матом. Никто из детей не ругается, ваш ругается. Да он у меня и пошел рано. Вы хотя бы понимаете, что я с вас потребую материальную компенсацию? А, кстати, про деньги. Мы собираем по 300 рублей на шторы. Так, с этим я вам помогу. У меня у друга магазин штор. Я ему наберу, он этих штор привезет столько, сколько надо. Не надо лезть туда, куда не надо лезть. Просто сдаем по 300 рублей. Так, давайте вернемся к нашим баранам. Так, Ольга Николаевна, вы-то что сидите? Мало того, что мой сын ходит в вашу отсталую школу, так его еще тут обижают. В отсталую школу? Да вся проблема в том, что вам плевать на школу, в которой ваш ребенок учится. А чего вам не хватает? Нам не хватает компьютерного класса. Лаборатории, вообще бассейн давно пора построить. А у школы крыльцо не треснет? Я молчала, но я скажу. Ваш сын выпендрежник, и его наказывать надо. Чем, собственно, мой сын и занялся. Ну, правильно, в общем, да, значит. Так, я с вами обоими еще разберусь. Правильно вы его. Вот прям как надо, мэр. Алло? Ваш сын только что порвал куртку сыну начальника ГИБДД. Да, ё-моё! Вот именно! Это ж сколько я ему всего купить еще должен сегодня?